всем привет! Сегодня опять новый день. Сегодня перевозим технику асфальтовую с одного конца участка на другой. Будет много перевозок. Вот такие вот магистрали получаются. Гена проливает дорогу водно-битумной мастикой. Красиво. Это технология, вы можете там менять. Секретные материалы. Да. Вот так, мнут. Ребята давят асфальт. Надо еще каточек прикатывает. Вот такой слой. Бригада заканчивает сапом перевозить.
ждем окончания запрета до 11 числа. И там пойдет огонь и щука. Возможно, судак. Колхозников посевные. Местные трактора сейчас. Здесь мощные. Не то, что были раньше белорусские, до Т-150. Джон Диры. Мощные трактора. Едет, и он и не чувствует. Такие культиваторы. Плуги стали. Проходит туда, проходит обратно. Далеко вперед шагнула индустрия. Ну, капиталисты могут. Я работал трактористом. Вот я там и пахал, и но сеять не сеял. Пахал на тракторе. И другие сельхозработы делал. После школы сразу получил права тракториста. И вот мы с братом работали трактористами. Я лето, ну и осень, наверное. Потом ушел автослесарем и уже потом водителем. Все, тогда к тракторной теме я больше не возвращался. Иногда вот катаюсь на катках и на таком бывает, что загоняем некому, если загнать. А так, не знаю, но права тракториста у меня все категории. Так, оставь. Не надо, не надо, не надо, не надо, оставь. Вот такую козявку еще привез. Увязано, как положено все. Супер, мега, перегруз. Наш старый знакомый Досан. За рулем сенсей. Ему уже 67 лет, вот этому дядечке. Все за рулем, все за рычагами. Работает. Молодец. Молодец. Ребята готовят вот эти вот бабочку. Съезды сейчас сегодня за ночь заасфальтируют. Серега там. А я еду еще. Нашли мне две перевозочки. Сейчас. Еще мне осталось две перевозки. Пока предварительно асфальтовый укладчик и каточек надо на базу вернуть. Вот, да. Все, работаем дальше. Вот крайняя перевозка на сегодня. Вот спят усталые игрушки. На сегодня хорош. 11 перевозок за день. То есть это нормально. Как бы пришлось сегодня попахать, попотеть. Вот. Ладно, всем пока. Приятного просмотра. Кто не подписывался, подписывайтесь на мои видео. Ставьте лайк. Либо дизлайк, ну и колокольчик нажимайте, чтобы приходили оповещения. Вот. Всем пока, всем доброго времени суток.